Что ты пытался сделать, когда пришел в крепость? Ты проиграл. Те, кто считает смерть Шахадой, не проигрывают, Николай. Наш путь — это победа, и мы победили. Ты сильно любишь Усманбея, Бала? Я выбросила все, лишь бы его любовь поместилась в сердце. Наши мысли и слова едины, поэтому нас не победить. Если эта женщина не уйдет из стойбища, умрет или она, или Хазал Хатун, или я. Скоро ты умрешь. Нас так научили жить, Николай. Жить так, словно скоро мы умрем. Николай! Николай! Основание Усман. Смотрите первыми в группе ВКонтакте Алиса Дерелищ.